Рассмотрим строение семени фасоли. Поверхность семени блестящая, гладкая. Одна сторона у него выпуклая, другая вогнутая. Это рубчик. Здесь семя прикрепляется к плоду. С набухшего в воде семени легко снимаются кожура, предохраняющая семя от повреждений и высыхания. Под кожурой находится зародыш. Семя фасоли состоит из кожуры и зародыша. Зародыш содержит две семидоли и зачаточные органы растения. Зачаточные органы – это корешок, стебелек и почечка с листочками. В двух семидолях зародыша содержится запас питательных веществ. Из зачаточных органов затем развивается растение. Растения, у которых зародыши семян содержат две семидоли, называются двудольными. Теперь рассмотрим строение семени пшеницы. Зерновка пшеницы – это и плод, и семя одновременно. Оболочка, покрывающая семя, называется плодовой оболочкой. Она плотно срастается с семенем. Зародыш у пшеницы очень маленький. Он состоит из тех же частей, что и зародыш семени фасоли, из семидоли, корешка, стебелька и почечки с листочками. Но у зародыша семени пшеницы только одна семидоля. Она очень мала. Запас питательных веществ находится в эндосперме, который занимает большую часть семени. А семидоля способствует всасыванию веществ из эндосперма в зародыш при прорастании семени. Растения, у которых зародыш семени имеет одну семидолю, называются однодольными. Перед вами всходы однодольных растений, пшеницы, кукурузы. Повторим еще раз. Из чего состоит зародыш двудольных растений? Где находится запас питательных веществ? Какое строение имеет зародыш однодольных растений? В чем его отличие от зародыша двудольных?